Всем привет, господа подписчики, ну и зрители моего канала. Сегодня у нас мужская тема. Женщины могут выключить компьютер и перейти на другие видео. Хотя нет, в принципе, им тоже будет полезно, скажем так, приобрести, может быть, этот товар для своих любимых мужчин, мужей, там, любовников, друзей. В частности, разговор пойдет о бритвенных принадлежностях. Давайте поближе посмотрим. Ну что, вот в коробочке бритвенные принадлежности, скажем так, пришли. Ну вот, в принципе, в посылке была вот такая бритвенная принадлежность. Это держатель для помазка и для станка. Не совсем то, что я хотел. Как бы продавец прислал мне то, что я не хочу. Было три цвета у него. Белый, вот такой светло-коричневый и темного цвета дерева. Я заказывал темное. Мне нравится темное. Коричневое, блин, ну, не нравится. Почему, непонятно, прислал. В общем, открыл спор. И там пару раз переписался с поддержкой, отослал фотографии, в течение дня все деньги вернули. Так что рекомендую сайт Joom, где можно заказывать товары и без проблем вернуть себе свои деньги, если не тот товар пришел, там того цвета, там комплектация не та, или ну, по разным другим причинам. Не надо его отсылать назад, как в Алиэкспрессе, чтобы получить свои деньги. Причем за свои деньги нужно отослать назад в Алиэкспрессе. Итак, вещь довольно такая увесистая, тяжелая, ну, не знаю, грамм 150-200, наверное, как-то весом. Хромированная, очень классно выглядит хром. Здесь вот такая подложечка бархатная, мягкая. Правда, он не на подложечке стоит, а все равно на хроме, потому что тут как бы слегка выпирает на миллиметр. Вот этот ободок. Шарик. Все такое. Нигде не поцарапайтесь и не поранитесь. Не знаю, подарю, наверное, кому-то из друзей, кто тоже бреется, использует станки. А я куплю себе такой же, только у другого продавца и темного цвета ручку, чтобы была. Давайте посмотрим, как это выглядит вообще реально со станком и помазком. Итак, вот у меня такой помазок. У него самый, как его, барсучий этот самый волос и пластиковая рукоятка. Раньше я пользовался как бы деревянными, и часто они выходили из строя там, не совсем часто, там через год какой, блин. Потому что помазки там я либо вот так ставил, либо ложил просто. Ну и вода самая со щеточки с помазка приходила в дерево и получали трещину. На это вот такая вот красивая пластиковая рукоятка. Но помазок не дешевый из-за того, что барсук. Фирма Эдвардс. Кому нужно, тот найдет в интернете. Ссылки не помню, это был уже заказ, блин, не знаю, года три назад. Ну и вот, помазок вот так вот крепится. Конечно, в широкую, не в узкую часть. Вот. Спокойно, в висячем положении. Влага вся уходит вниз, не в ручку. Пластиковые, конечно, рукоятки пофиг. А кто пользуется деревянной, это немаловажно. Можно, конечно, и вот так вот повесить, но это будет не то. Нужно вот так вот. Так, следующая деталь для нашей стойки. Это у нас сам станок. Фирма Меркур, сделана в Германии. Тоже не из дешевых. Вот, может быть, вы видите отличие. Видите, у него под углом расположено. Не строго перпендикулярно самой верхней головкой, ну и лезвие там тоже самое. Под углом. Это сделано специально. Объясню почему.
Вот, скажем, я не знаю, кто пользовался, ну, я думаю, мужики это все знают. Ну, берем полено и начинаем топором рубить просто вот так вот, перпендикулярно полено, самое дерево, там полено, там, не знаю, ствол дерева какого-нибудь, ну, или просто, если дерево, просто горизонтально, перпендикулярно начинаем рубить. Вы будете долго мучиться. Нужно рубить под углом, и тогда быстрее перерубите. Так же самое и дерево. Так, ладно. И дерево тоже там сверху вниз, либо снизу вверх под углом, и тогда быстрее перерубите. Аналогично здесь. Когда вы проводите станком по щетине, то расположенная головка верхняя под углом, она волос просто срезает. Не рубит его перпендикулярно, а срезает. Поэтому получается гораздо чище бритье. Ну и меньше насилуется лезвие. Хотя у меня здесь стоят японские лезвия. Ну, марку не подскажу. Надо там идти на полочке смотреть. Мне хватает на 2 месяца. Хотя я бреюсь, ну, не совсем часто, там раз в 2-3 дня. И хватает на 2 месяца. Да, в этом, в принципе, плюс вот этого станка, то, что он как бы лезвие сохраняет. Ну и сами японские лезвия тоже, они, в принципе, долговечные. Все их очень хвалили. Ну и вот. Вот так вот у нас. Так, поменяю руки. Вот так вот у нас тоже станок располагается на держателе. Вот. Поближе. Так, что у меня там? А, самога. Ну, спокойно держится. Никуда не валится. Обычно я хранил в стакане. Стакан самый станок, но помазок, блин, рядом ложил в горизонтальном положении. Там у меня такая отдельная мыльница пластиковая, просто лежал. Сейчас все это дело будет в ванной просто на красивой подставке. Хотя не на этой. Это я упакую снова и подарю кому-нибудь. Тем более сейчас близится Новый год. Так что мотайте на ус. Вот идеальная подставка в магазине Джум. Сами найдете, самое просто введете в поиск и найдете. Стоит 24 евро. Деньги я получил назад. Подставка обошлась бесплатно. Сейчас вот закажу такую же, только темную ручку, и чтобы была, ну, естественно, у другого продавца. Не хочу этого больше заказывать ничего. Все, всем пока.